Ханчжоу, где уже в ближайшие дни начнутся азиатские игры, сегодня дали старт съемкам документального фильма медиакорпорации Китая под названием «От прошлого к будущему». На торжественной церемонии встречу выступил генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн. Фильм посвящен культурному наследию, научно-техническому развитию города и его зеленой трансформации. Одновременно в Ханчжоу прошла премьера документальной картины «Привет, Азиата», посвященной летним азиатским играм этого года. Цикл из 4 серий рассказывает об истории игр и роли спорта в объединении разных культур. Начиная с 16 сентября фильм будет транслироваться на главном спортивном канале CCTV и Олимпийском канале медиакорпорации Китая.